На проводе! Привет, это МС Вялый! Что там делать с Кашпировским? Знаю, знаю, но новый киберклон Кашпирского еще не готов к запуску. Да ну, чувачила, ты ж меня знаешь. Я всегда за рискованные испытания. Давай запускай, пусть заебашит этого идиота Кашпирского, нахуй. А то у нас тут вся сетка упала. Даже, бля, в Unreal пошпилить нельзя. Че за житоха, нахуй? Тихо, Вялый, тихо. Если Кашпирского захватит вирус, он отформатирует винчестеры. Ну так или иначе, придется форматировать. Ладно, понял. Руби его, батя, нахуй. И не сцы, мы тебя в случае надобности бабла на новые винчестеры отстегнем. Понял. Форматировать? Да нет. Sir? Ну чё? Жать? No. Погоди. Дай job. Сам нажму. Гиперантивирус Касперский запущен. Хуярит как барбос. Кашпировский сакс. Сейчас Кашпировскому торба. Еще полминуты, все будет пучком. Не забудьте активировать вашу версию продукта. Сейчас посмотрим, кто кого. Не забудьте активировать вашу версию продукта. Что за дела? А хрен его знает. Жека, какого хрена тут мутится? Это чё за пидерсия такая?